Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. Привет, друзья, это Артемий Троицкий и 314-й выпуск подкаста «Музыка на свободе». Кто у нас сегодня герои? А герои у нас сегодня различные современные модные артисты, представляющие страну Турцию. А начнет сегодняшнюю программу очень экзотическая леди Таня Тагак. Таня Тагак – это самая известная канадская эскимосская певица. Она также известный общественный деятель, участвует там во всяких кампаниях, защищает права коренного населения Канады и так далее. Кроме того, она поет песни. Слышал я ее записи и ранее, но ее последний альбом — это нечто. Нечто очень специальное, потому что это не просто, значит, этническая музыка, как раньше, а это очень интересный такой этноэлектронный замес. Связалась Таня Тагак с нью-йоркским человеком Солом Уильямсом, который и продюсер, и электронщик, а вообще говоря, литератор. И вот с этим самым Солом Уильямсом и известным еще музыкантом, басистом и барабанщиком Гонджо Суфи записала Таня Тагак альбом под названием «Tongues». Вообще говоря, это пятый у нее альбом, но гораздо более интересный, повторяю, чем все предыдущие. И на этом альбоме она не только занимается горловым пением, но и, в общем-то, много еще чего делает. Слушаем песню «Колонизатор», «Колонайзер». We'll be right back.
Тани Тагаки, Сол Уильямс, альбом «Tongues», песня про нехорошего колонизатора. Беппе Деттери и Рауль Моретти – это итальянский дуэт из города Милана, очень известный. Шестой альбом у них вышел, называется «Animas», «Души». И слушаем с него песню «Oro e diamante» – «Золото и бриллианты». Il tuo viso, le tue mani, la tua voce, l'energia, la speranza, la magia, il tuo sguardo, la saggezza. Беппе Деттери и Рауль Моретти. Беппе поет и играет на гитаре, а Рауль Моретти играет на электрической арфе. Он, кстати говоря, участник известной группы «Тазенда». Альбом «Animas». Фатен Канаан – девушка сирийского происхождения, но уже давно проживающая в Нью-Йорке. И занимается она электронной музыкой, пишет музыку для кино и театра и так далее. Вышел пятый альбом у Фатен Канаан, называется «After Poem».
И с него послушаем пьесу «Тренчкоут», то есть, да, совсем по-гоголевски, «Шинель». Фатен Канаан – сирийско-американская девушка, электронный композитор, альбом «After Poem». Теперь забавный сборник мне попался в руки, где-то я его, путешествуя по Америке, обнаружил. Очень он меня порадовал. Он 2021 года, называется «The Beat from 20,000 Garages». То есть бит из 20 тысяч гаражей, и это на самом деле гаражный рок из разных стран, группы все совершенно неизвестные, но от этого не менее прекрасные. Три коротких трека с этого сборничка мы сейчас послушаем. Начнем с дуэта из Остина, штат Техас, который называется «Teenage Cave Girl», то есть «пещерная девочка-подросток». Свой стиль они называют «трэш-боп». У них имеется на счету один лонгплей и несколько синглов. Слушаем песню «Get Off The Road» — «Прочь с дороги». Yeah.
«Дождь дороги» называлась эта песня в исполнении остинского дуэта Teenage Cave Girl, альбом «Бит из 20 тысяч гаражей». Следующая группа вообще не знаю откуда, не обнаружил никаких ее следов, но, скорее всего, из Соединенных Штатов Америки, но вовсе не обязательно. Называется она «Diablo and the Vampires of Fuzz», ну, то есть «Дьявол и вампиры Фуза», и песня «Troubled Man». «Diablo and the Vampires of Fuzz» — песня «Troubled Man». Происхождение этого трека мне совершенно неизвестно, но он меня очень согрел, скажем так. И на этом же сборнике, среди вот всяких этих американских и прочих редкостей, я обнаружил группу из Москвы. Московский квинтет «The Thunderbeats» с песней «Don't Talk to Me» — «Не говори со мной».
Московская группа «Квинтет The Thunderbeats». Как я понял уже из интернета, на их счету имеется как минимум 3 студийных альбома, еще какие-то концертные записи. В общем, группа вполне себе активная и, на мой взгляд, очень хорошая. Мы только что прослушали в их исполнении англоязычную песню под названием «Hey, don't talk to me». Ну а теперь к нашим туркам. Турция, вы знаете, страна большая, гостеприимно-курортная и в то же время очень склонная к эмиграции ее граждан. Ну, по крайней мере, почти все мои турецкие музыкальные друзья из Турции уехали, поскольку не нравится им тамошний режим президента Эрдогана, но кое-кто остался. Итак, начнем знакомство с современной турецкой музыкой, с выступления Гайсу Акёл. Замечательная певица, родилась в Стамбуле в 1985 году. Карьера у нее началась примерно в 2014 году. Исполняет она турецкую анатолийскую разновидность психоделического рока. Ну и надо сказать, что прекрасная совершенно у нее работа. Четвертый, последний альбом Гайсу Акёл называется «Анадолу Эйдери», «Анатолийский дракон», и слушаем с этого альбома песню «Сен Беним Магарам Син». Сен Беним Магарам Син, Сынам Йорганам Син, Гече Джамдан Дола. Çektim havasın, hiçbir şeyin olmadığı yerde her şeyin gizli varlısın. Yaklaşan fırtına, zerre yan korkularımsın. Tam zehirli yılan ya da bilaki sorman, hem eril hem dişil, içimdeki kayıp tanrıçamsın. Aşk içinde bir muhabbet, sustuğum en güzel sohbet. Thank you.
içindeyim. Gayesu Akyol, замечательная турецкая психоделическо-роковая певица, ее новый альбом «Anadolu Eyderi». Не все турки исполняют музыку, ну, скажем так, с турецким колоритом. Есть среди них и чистые космополиты, в частности, дуэт «Якудзи» в составе Кутай Сойочак и Танер Ючель. Кутай поет, Танер создает электронный фон. Существует этот дуэт с 2015 года. Выпустили два альбома. Первый из них в 2017 году называется «Fantasy Music». Ну, фантазийная музыка, разумеется. И слушаем с него песню «Aptal Bir İnat». Турецкий синти-поповый дуэт «Якудзи», альбом «Fantasy Music». Ну, как я уже сказал, многие турки уезжают в другие страны, ну, чаще всего в Германию, многие в Грецию, но некоторые и в Голландию. Именно там возникла замечательная, очень популярная сейчас группа «Altın Gün». Базируется группа в Амстердаме, существует с 2016 года. Солистку ее зовут Мерве Дездемир. Ну и там еще с ней пятеро музыкантов, из них один турок и четыре голландца. Последний альбом «Altın Gün» называется «Aşk», то есть «Любовь». Пятый, кстати, у них по счету альбом. И слушаем песню «Su Sizior». Thank you.
Тингюн из Амстердама и их пятый альбом «Про любовь». Ну и, пожалуй, самое занятное из всех европейско-турецких групп, что мне попадалось, это дуэт «Кит Себастьян». Он у нас уже звучал в программе года два тому назад. Ну вот у них вышел уже второй альбом, называется альбом «Мелоди». В составе дуэта вокалистка Мерви Эрдем и композитор-продюсер Кит Мартин. Базируются они во Франции. И слушаем со второго альбома песню «Мелоди», часть вторая. Мерве Эрдем и Кит Мартин, франко-турецкий дуэт «Кит Себастьян», альбом «Мелоди». В заключительной части программы, что-то у нас уже стало традиционно начинать ее с британского нойз-рока. Вот, у нас уже были тут Regal Worm, до этого был еще кто-то, я уже не помню кто. Ну, а теперь манчестерская группа «Гнод». Она очень известная. 8 альбомов у них уже на счету. Последний, 8-й, называется «La mort du sens» — «Смерть смысла» или «Смерть чувства», да, «Чувство», наверное.
И слушаем с этого альбома трек «The Whip and the Tongue» — «Кнут и язык». Его психоделический манчестерский гнот, альбом «La Mort du Sens». Сантьяго Кордоба — это известный аргентинский гитарист. Ну, он и гитарист, и перкуссионист, и клавишник, в общем, такой замечательный аргентинский этнический музыкант, при этом большой любитель экзотических путешествий, коллабораций с музыкантами разных стран. Вот последний альбом Сантьяго Кордоба записал в Индии, в Бенгалии. Поэтому называется это все «Сантьяго Кордоба and the Bowls of Bengal». Название альбома «Дороча», и слушаем с него песню «Мануш Гаче Экбар». Yeah.
Сантьяго Кордоба из Буэнос-Айреса и группа бенгальских музыкантов, альбом «До Роджа». И завершаем мы сегодняшнюю программу интересным концептуальным альбомом бельгийца Андреаса Буна. Записал этот альбом Андреас Бун во время ковида, когда людям выходить на улицу было не рекомендовано. Соответственно, сидел он весь день у себя на дому и записал вот эту пластинку на протяжении суток. То есть начал он с восхода солнца и закончил ранним утром. Альбом называется, кстати говоря, «Таймлапс». Ну и все треки на альбоме Андреаса Буна, они называются по тому времени, когда были записаны или какому времени они посвящены. Да, забыл сказать, что Андреас Бун не только композитор, он еще и музыкант, играет на аккордеоне, мандолине и пианино. А выбрал я с этого альбома самый энергичный трек, который называется 10 AM, то есть 10 утра. Вам всем также всего наилучшего, здоровья главное и энергии. Это был Артемий Троицкий, подкаст «Музыка на свободе». Пока. Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев. Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что эти сентименты будут превалировать. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.